Доброе утро. Доброе. Ну и что вчера было? Лена говорит, Инга принесла ей черный конверт, в котором была записка с угрозой. Я полагаю, записка была написана кровью? Говорит, Инга подмешала ей что-то в чай. Наркотики какие-то. Разумеется. Садись. Чайку попьем. Сам-то что думаешь по этому поводу? Я не знаю, что об этом думать. Я ее не узнаю. Она не понимает, что она делает. Она как раз хорошо понимает. Методично добивается своей цели. Она тут свадьбу не хотела, хотела в поселке. Ну и что мы видим? Да нет, не может быть. Мы и так планировали вторую свадьбу в поселке отмечать. Ну, тебе виднее. Это просто нервный срыв. Тем более, столько произошло за это время. Знаешь, ей отдохнуть надо. Хорошо, что вам путевки на Бали подарили. Я не могу сейчас уехать. Тем более, посреди проекта. Очень разумная реакция. Правильная. Кстати, вот Борис Николаевич, у тебя встреча. Он там каких-то международных заказчиков нашел. Так что выходим на международный уровень. Так что, Алену отправляем на Бали одну? Ну, это ей надо. Это же очевидно. Я зашла к нему за деньгами. Он же мне денег должен. Стучу, стучу. Он не открывает. Я подхожу, а запах такой. У меня нюх-то хороший, я же продуктами занимаюсь. Коля! Коль, слышишь меня? Фу, запах. Это участковый. Дверь откроешь? Как же мы без тебя-то? Он же такой душевный человек был. Он мне коз спас. Он мне крышу чинил. Конечно, когда трезвый был. Но тут алкогольное отравление. И козе понятно. Но откуда у него дорогой алкоголь? Здравствуйте. Не помешал? Егора нет. Я знаю, я к тебе. Помнишь, мы подарили вам свадебное путешествие на Бали, так самолет сегодня? Но свадьбы не было. Ну, билет-то есть. Это подарок. Как-то не поехать будет невежливо. Не находишь? За тобой заедет такси. Вы отпускаете Егора? Ты поедешь одна, у Егора работа. Ну, а ты можешь себе позволить съездить, отдохнуть, развеяться, успокоить нервы. Я тоже работаю в больнице. Я с ними договорюсь. Я без Егора не поеду. Пойми, Егор очень талантливый, у него огромное будущее. У него в жизни будет все. Деньги, известность, успех. В его картину мира очень сложно вписаться. Ален, ты очень хорошая девушка, но... Ну, что ты можешь ему дать?
Таких людей, как мы с тобой, очень много. А он товар штучный. Ты знаешь, я на твоем месте бы просто поехал, отдохнул, а потом потихонечку исчез из его жизни. Ты подумай. Заказчик непростой, требовательный. Неустойки чуть что космические. Ну и бюджет у них, будь здоров. А самое главное, это твой шанс сделать себе имя. Простите, пару секунд. Алло, я не могу говорить, у меня важная встреча. Я на пару слов. Ты знаешь, что у нас на сегодня билеты на Бали? Какой Бали? Я работаю. То есть ты не поедешь? Поезжай сама, развейся, отдохни. Я не смогу тебя проводить, прости. Я подумаю. На чем мы остановились? Приятного аппетита. Я уезжаю. Спасибо за гостеприимство. Самолет только вечером. Я уезжаю домой. Подожди. Что случилось? Игорь все объяснит. Спасибо. Ну? Объяснишь? Что после выходки на свадьбе тебе есть еще вопросы? Да. У меня очень много вопросов. Но не к ней, а к Инге. Алена повела себя странно после того, как я их оставила наедине. Слушай, давай не будем придумывать какие-то злодейские заговоры. А сцена действительно была позорной. То есть и ты решил назначить виновной Алену и даже не попытался ее сейчас задержать? Невелика потеря. Тебе не кажется, что Алена не такая же завидная партия для Егора? Мне кажется, что и ты не был завидной партией когда-то. Но мой отец пошел у меня на поводу и сделал из тебя, хотел сказать, человека. Но нет, скорее, бизнесмена. Человеческого в себе все меньше и меньше. Приятного аппетита. Алкоголиков на неофициальный заработок нюх. Он где угодно мог денег достать. Его недавно собака подрала. А что собака так и не выяснила? А что, если он знал, чья собака? Но ему заплатили, чтобы молчал. Собаки вообще пьяных не любят. Вот и покусала. Без каких-либо натравливаний. Я думаю, стоит поговорить с Лютаевыми. Мне хотят охотника. Признаков насильственной смерти нет. Подождем результат вскрытия, конечно. Ну и так понятно. Очередной сгорел от водки. Ну ладно, будь здоров. Бывай. Здравствуйте. Здравствуйте. Что? Что он сказал? Ну что он скажет? Допился наш Колян? Ну родные-то какие-то найдутся. Ни жены, ни детей у него не было. Может быть, какие-то дальние родственники. Деньги-то мне кто-нибудь отдаст. Он же, когда все промотал, занял у меня. Вернули бы их. Ну как можно давать деньги пьянице? Так он божился, что отдаст. Он сказал, что вложил деньги в дело. И сейчас они потекут рекой. Вечером мы должны были принести конверт с деньгами на дом. Сказал, утром отдаст.
Добрый день. О, добрый день. Что привело к нам, шериф? Николай, сторож кладбищенский, умер. Прискорбно. Есть основания полагать, что его травили. А даже. Где вы и ваша семья были во вторник? А вы что, хотите нас в убийстве кладбищенского сторожа обвинить? Просто провожу опрос жителей. Так где вы были в тот вечер? Не помню. Даже если бы помнил, не сказал. Хотите побеседовать, повесточку присылайте. Есть сведения, что на вашего наследника Егора было совершено покушение. И что Николай знал что-то об этом. Ага. Думал, серьезными делами занимаетесь. А вы сельский детектив пишете? В общем, если с вашим Егором что-нибудь случится, у меня к вам будут вопросы. Много вопросов. Всего доброго. Надо же, такие персонажи ходят. Хамить-то было совсем не обязательно. Теперь он будет думать, что мы что-то скрываем. Да мне наплевать, что он там будет думать. В общем, завтра встречаемся за 2 часа до самолета. Обсудим все детали. Твоя задача — выспаться. А ты, пожалуйста, завтра все свои проблемы оставь дома. Клиенты должны видеть тебя жизнерадостным и уверенным в себе. А тут на всю встречу провалишь. Я буду в форме. Инга, я сделал все, как просила. Цени. Спасибо, пап. Говорите этих партнеров провести переговоры на их территории, тот еще номер. Давай, не упусти парня, он мне нравится. Мне тоже, пап. Я обещаю, это будут суперпродуктивные переговоры. И пока я не добьюсь результата, мы оттуда не уедем. Угу. Егор! Алена уехала. Да, я знаю, мы должны были оба на Бали ехать, но я не смог, у меня работа. Да она не на Бали уехала, в свою эту Атяевку. Сейчас за ней не поедешь, ты ее потеряешь, поверь мне. Давно она уехала? Ну, 3 часа назад. Ну что, как прошла встреча с Борисом Николаевичем? Я уезжаю. Погоди, куда ты уезжаешь? Ты что, с ума сошел? У тебя завтра встреча. От этой сделки вся твоя карьера зависит. Я должен поговорить с Аленой. Конечно, тебе решать. Но учти, если сейчас ты подашься на ее манипуляцию, а это манипуляция, Егор, вот тогда она будет знать, как это работает. И будет уезжать каждый раз, когда ей будет что-то от тебя нужно. Ты ошибаешься. А если нет? Егор, на кону твоя жизнь, твоя карьера. Прими правильное решение. Сейчас варенье наварим. Вы с Егором в столице зимой уже будете, а мы будем варенье есть, тебя вспоминать. Или мы здесь вместе съедим. Согласна. Егор любит мое варенье. Вот будете приезжать к нам из города. Ты знаешь, в последнее время Егор так сильно изменился. Я вообще не очень уверена, что нам до сих пор с ним по пути. Влюбленных чего только не бывает. Поссорились, помиритесь. Сказала разведенная Людмила. У меня особый случай. Так у меня тоже особый случай. Ты знаешь, я его просто не узнаю. Он так трепетно относится к своей работе. Я не помню, чтобы он ко мне так относился когда-нибудь. Мебели своей. Серьезно? Ты его к работе ревнуешь? Да нет. Может, разве совсем чуть-чуть? В любом случае, я не понимаю, как мне общаться с этим новым Егором. Да и вообще, хочу ли я с ним общаться?
Привет, как там? Ну, явно лучше, чем ты. У меня эта свадьба не срывалась. Как там Алена? Она ушла от меня. Она тебе рассказала, что было на свадьбе? Сказала, что что-то ей подмешали в чай, отчего она потеряла контроль. В общем, бред какой-то. Подожди, а к ней Инга на свадьбе приближалась? Чай это приносила, да, а что? Тогда не бред. Скорее всего, так оно и было. Инга ей что-то в чай подмешала. Я тебе не рассказывал, но когда вы только в нашем доме появились, мы с Ингой поспорили, что кто из нас раньше вас завоюет, Инга тебя или я Алену. Ну, видимо, Инга решила идти до конца. Вы там совсем рехнулись? Я даже оправдываться перед тобой не буду, с нами и так все понятно. Но если ты потеряешь Алену, ты будешь полным идиотом. Мне кажется, уже потерял. Серьезно? Это сейчас все, что ты можешь мне сказать? Нет, не все. Егор! Егор, подожди! Слушай, ну подумай еще раз. Ну, сейчас тебе кажется, что это любовь твоей жизни. Но это не так, поверь мне. Такие Алены приходят и уходят. И знаешь, сколько будет у тебя? Сколько захочешь. Если ты не свернешь своего пути, они будут у тебя слетаться, как бабочки. Пап, ты меня не слышишь. У нас с тобой разные системы координат. Ошибаешься. У нас с тобой одна система. Одна. Это твой дом. А не там, среди этих неудачников. Ты не столяр, ты художник. Я уезжаю. Подожди. Подожди. Ну, подожди. Ну, хорошо. Если ты так решил, я Дмитрию скажу, что он тебя отвез в эту твою Отяевку. Здравствуйте. Да, понял. Сделаю, хорошо. Стучит или мне кажется? Не знаю, не слышу. Не нравится мне этот звук. Остановимся на секунду, я под капот гляну. Алён, тут в новостях про вашу свадьбу написали. Ну, читай. Тут на фотографии мужчина серьезный такой в пиджаке. Там все были серьезные, все в пиджаках. Да, это Дмитрий. Ты помнишь тот день, когда ваш дом сгорел, вы еще в город уезжали? Так вот, пока вас не было, он приезжал. Ну, я тебе еще сказала, что это ваш заказчик. Это он. Это начальник охраны Игоря? Что ему тут делать? Я не знаю, но это точно было. Зачем начальнику охраны поджигать дом? Чтобы выманить Егора жить в дом к Игорю? Значит, если поджог и был, значит, его заказал Игорь? Ну, он что, настолько хотел сына под боком иметь? Я не знаю. Спроси. Игоря? Что, он не скажет правду? Зачем ему так срочно понадобился Егор, чтобы спалить наш дом? Ты кому звонишь, Игорю? Егору. Надо его предупредить, чтобы он подальше от Дмитрия держался.
Че, помочь чем-то? Тут что-то за ремень цепляется, не пойму. Фонарик из багажника принеси. Так что собака твоя оказалась вполне породистой. В питомнике нашли хозяина. То есть любой человек может взять собаку? Любой маньяк? Да никакой он не маньяк. Вполне приличный человек. Ты его знаешь? Ты тоже. Это Дмитрий Ковалев, начальник службы безопасности фирмы твоего отца. Я в интернете его пробила. Надо предупредить Егора. Лена была права. О, всем привет. А я тебя навестить пришел. Не вовремя, наверное. Давай попозже зайду. Не, почему вовремя? Наташа уже уходит. Да, Наташ? Я? Да. Я зайду попозже. Увидимся. Наташа мне нравится. Она хорошая. Я тебе томатный сок принес и груши. Я слышал, что груши, они для сердца полезны. Это же ты все подстроил, да? Что я подстроил? Пожалуйста, я все знаю. Я даже, наверное, должен быть тронут. Но, папа, ты за гранью. Я не понимаю. А тебе состояние аффекта, тебя даже судьи оправдают. Ну, пап, как я с этим жить-то буду? Он же мой брат. Мне не нужна жизнь любой ценой. Что ты говоришь-то? Не знаю, что Дмитрий надрессировал собаку, чтобы она загрызла Егора. Что? А что? Остроумный план. Сердце единокровного брата, оно наверняка подойдет. Хотя почему наверняка? Ты же ничего не делаешь наобум, да? Ты же наверняка его сводил на обследование. Сказал, что нужна диспансеризация. Да? Он же ни в чем не виноват, пап. Он же не виноват в том, что он мой брат. Он не виноват, что его отец, он подонок, который нашел его спустя 20 лет, чтобы убить. Сын, ты... Сын, ты говоришь страшные вещи. Тебе страшно? А мне страшно от того, что ты мой отец. Мне страшно, что если бы мне сделали операцию, я не знал бы, с кем живу. Я должен позвонить Егору и предупредить. Сын! Алло? Алло, Алена? Здрасте. Да, здравствуйте, Петр Аркадьевич. Мы можем с вами поговорить? Да-да, я вас слушаю. Ну, вы знаете, мне бы хотелось не по телефону. Я отправил за вами такси. Сможете приехать? Да, я могу, но... Разговор очень срочный. Это касается Егора. Я буду вас ждать. Состояние вашего сына мы стабилизировали, но вы же понимаете, что это не решение проблемы. А долго он сможет так держаться? Без нового сердца недолго. Сколько? Не знаю, несколько недель или дней, или часов. Невозможно сказать точно. Скажите, доктор, как-то можно решить вопрос? Я готов заплатить любые деньги. Деньги тут ничего не решают. Вам нужен донор, подходящий по целому ряду параметров. Мы на связи с банком органов. Бригада специалистов прибудет почти мгновенно и сделает все сразу. Просто нужно подходящее сердце. Ну, как-то же можно это простимулировать. Ой, нет. Это ты!
Это ты во всем виноват! Это ты потащил его в баню с температурой! Это были переговоры. Плевать! Это была баня, а у него была температура 39. Как ты мог? Как ты мог заставить его больного прыгнуть в прорубь после этой парилки? Сам. А ты? А где ты был? Ты был рядом. Это ты его убил. Это ты его таким воспитал. Ты пацан, ты мужик. Мужики не сдаются, умрут, но сделают. Он умирает, Игорь. Он по-настоящему умирает, он не мужик. Он ребенок. Он наш сын. Ты даже прощения у него не попросил за то, что сделал его инвалидом. Какой смысл просить прощения, когда... Я же и так все делаю, я покупаю специалистов. И что? Помогают твои специалисты? Ну, помогают! Хватит нам. Просто сейчас обоим очень тяжело. Правда? А мне кажется, что тебе хорошо. А мне кажется, тебе очень хорошо. Я вообще не понимаю, как я могла тебя полюбить. Ты же робот. Ты андроид для зарабатывания денег, больше ничего. Вот, не надо. Хватит, Марина. Надо было мне тебя тогда бросить. Когда связался с этой учительницей. Да, и ты бы был другой, и у Германа было бы здоровое сердце. Но это отец уговорил тебя, да? Пообещал карьеру в обмен на то, что ты меня не бросишь. Хватит! Ты выбрал не меня. Ты выбрал деньги. Посмотри, вокруг тебя нет ни одного счастливого человека, ни одного. Если Герман умрет, я тебе этого не прощу. Игорь ведь не просто так вышел на Егора. Я тоже не поверила в отцовские чувства спустя столько лет. Нет, именно отцовские. И не к Егору, а к Герману. Мой внук очень болен. Но вы знаете, что ему необходимо донорское сердце. И что, Игорь... Не может быть. Егор идеальный донор. И его надо было убить так, чтобы не повредить сердце. И вначале это решили сделать с помощью волкодава. Но Николай... которому случайно досталось, догадался об этом покушении. Его за это и убили. И значит, наш пожар — это тоже... Да. Егор должен был жить вот именно здесь. Но зачем так сложно? Зачем сближаться с человеком, если все равно хочешь его убить? Для того, чтобы пересадить донорское сердце, необходим согласие ближайшего родственника. Вас, например, вот не удивило, чего это Игорь вдруг признал отцовство? Ведь Егору, слава богу, уже 26 лет, скоро сам отцом станет. Ну вот зачем ему это? Чтобы проще забрать сердце Егора. Да нет, бред, я не могу в это поверить, так не бывает. Игорь очень любит Германа и ради него готов на многое. А как вы узнали, что он в охотничьем домике? Это я ему потом расскажу. Вы полицию вызвали? Разумеется. И вы мне, Алена, понадобитесь в качестве свидетеля. Я вас, собственно, для этого и вызвал. Выходите и держитесь за мной. Егор! Помогите! Не развязывается! И не должно. Отпусти Алену, мразь! Отпусти меня, отпусти! Отпусти! Зачем ты приехала?
Потому что она мне здесь нужна. Вы же полицию вызвали. Еще нет, но скоро вызову. Когда здесь будут два трупа, твой и Егора. Уже все таблоиды раструбили, что ты своими подозрениями свадьбу сорвала. А теперь из ревности убил своего жениха. Ну что вы говорите? И застрелилась сама. Ребят, только вы не думайте, что мне вас не жалко. Вы, наверное, очень хорошие люди, но Герман мой внук. Не повезло парню. Напротив. Я не представляю, кто бы еще столько сделал, чтобы найти ему новое сердце. Спасибо тебе, Егор. Благодаря тебе Герман будет жить. Нет! Отпусти Алену! Я вам нужен! Какая разница, самоубийство или убийство? Я сам мог застрелиться. Ничего, ничего. Я поговорил с нашим участковым. Убийство из ревности он поверит быстрее. К тому же, как правильно сказала девушка, она сама всем все расскажет. И расскажу. Вот поэтому свидетели и убирают. Алена не расскажет, она уедет, она вообще не приезжала. Сделаешь все, когда я позвоню. Это же преступление. Зачем вам это надо? Плачет хорошо. Извините, ребят, ничего личного. Что это за разговоры про пересадку сердца Егора? Я не слышал таких разговоров. И Герман сказал. Перед тем, как его в реанимацию отвезли. Так он же был не в себе. Он меня обвинил. Сказал, я Егора нашел только для того, чтобы донором сделать. А разве не за этим? Я что, похож на убийцу? Разве нет? Я ведь тебе прямо когда-то сказал. Либо брак с моей дочерью, со всеми вытекающими отсюда бонусами, либо твоя провинциальная учительница. Ты же не думал, что твоя любовница, которая звонит тебе на работу, долго проживет. Но ты на это пошел. Не звоните больше Игорю, у него есть семья. Я не могла не сказать ему, что у него сын родился. У него уже есть сын. И, кстати, законная жена. Законная та? Которую он любит. Он любит Марину. Мне он говорит другое. И что? Вы хотите увести его из семьи? Я хочу дать ему выбор. Если он захочет воспитывать нашего сына, я не буду ему мешать. Простите, мне надо к ребенку. Так это ты? Ты что, убила ее? Мне сказали, это несчастный случай, что она с лестницы упала. Она не оставила мне выбора. Ну ладно, хватит, хватит. Разыгрывать тут идиота. Времени нет. На, подписывай. Здесь, здесь и вот здесь. На. Что это? Это твое согласие на донорство органов Егора для Германа. Ну, при условии диагностированной гибели головного мозга. Разумеется. Парень, ты ведь когда-то сделал правильный выбор, спас свой брак. Давай, подписывай и спасай своего сына. Давай, давай. Медицинская бригада по забору органов уже выехала. Тихо, парень. Развяжи ее. Тихо. Успокойся. Развяжи ее. Да успокойся. Развяжи!
Что здесь происходит? Вы совершаете ошибку. Не в этот раз. Я вызвал полицию, сейчас она будет. Так ты не с ними? Я так хотел быть хорошим отцом. Ты так и не понял, что я никогда не хотел тебя убивать. А Петр знает, что вы здесь? Он же может вернуться и... Петр не вернется, я его запер. В моем кабинете забрал у него телефон. Николай, полностью. Идите на воздух. Алена побледнела вся. Спасибо вам большое. Я очень рада, что вы не убийца. Я тоже рад. Игорь Валентинович, что вы делаете? Я же выполнял приказы Петра Аркадьевича. Вот сейчас ты это полиции объяснишь. Руки за спину! За спину сказал! Шел! Егор, свяжи его. Попробуй только рыкнись. Идите, сейчас подойду. Алло, Мариш. Как Герлит? Плохо. Врачи говорят, на этот раз совсем плохо. Не верим, он будет жить. Игорь, он умирает. Помнишь, к тебе шарлатан приходил? Говорил, что Герману будет хуже. Хуже и хуже. А потом произойдет чудо, и он выздоровеет. Да. А ты наорал и прогнал его. Я ошибся. Верь ему. Я ему верю, и ты верь. Скоро приедешь. Я тебя люблю. Тебя очень люблю, Марин. Он приедет? Я очень счастливый человек. У меня потрясающая семья. У меня красивая, любимая и добрая жена. У меня гениальные и очень талантливые дети. Герман, Егор. Думаешь, сможешь меня простить? Постараюсь. Только буду подкалывать тебя до самой старости. Просто исполнял приказы. В участке разберемся. А это кто приехал? Добрый день. А где тело? Какое тело? Мы трансплантологи. Нас вызвали на забор органов. Это какая-то ошибка. Подождите, нельзя сюда. Я знаю, что у вас большое будущее. Я хочу, чтобы вы прожили жизнь лучше меня. Ярче и честнее. Пару месяцев назад я провел обследование в немецкой клинике. Врачи говорили, какой я счастливый. Как долго я проживу с таким здоровым, легким и сердцем. Я не мог понять, почему. Почему мне повезло, а моему сыну нет. Теперь я понимаю, потому что я должен помочь своему сыну. Герман, пожалуйста, проживи долгую, главное, счастливую жизнь. Я обращаюсь к тебе, Егор. Я очень рад познакомиться с тобой. Я очень горжусь тем, кем ты стал. Я прошу подружить с Германом. Мы должны вместе вести наше семейное дело. Женитесь. Рожайте моих внуков. Поддержите Марину. Марин,
Я знаю, сначала будет трудно, но потом... Потом это пройдет. Я совершаю, наверное, лучший поступок в своей жизни. Прошу вас, не жалейте меня. Я думаю, что я исправлю этим все свои ошибки. Вы так редко к нам приезжаете, а вишня скоро отойдет. А мы к вам на яблоки приедем. Когда яблоки пойдут, мы уже родимся. Слушай, а хочешь кетчуп? Домашний. Я сама делала. К вишне? Ага.